сытный обед без забот и проблем. Вот, чем хороша гречка по-купечески со свининой в домашних условиях. Я вам настоятельно рекомендую ее приготовить. Вкусное и ароматное блюдо. Вам понравится. Конечно, гречку у нас знают и любят все. Трудно поверить, что, кроме как у нас, ее так часто и обильно не употребляют нигде. Американцам, например, она кажется горьковатой и химозной на вкус, а научные деятели говорят, что если с раннего детства не приучиться к вкусу этой каши, то она будет казаться невкусной и во взрослом возрасте. Но лично я готовить и кушать такую гречку по-купечески со свининой просто обожаю. Мясо становится мягким, отдавая свой сок крупе, и она готовится, как будто на бульоне. Вкусно. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. 1. На растительном масле обжарим лук и морковку до золотистого цвета. Затем добавим мясо, жарим, пока мясо не зарумянится. А потом добавим измельченные томаты и чеснок, уменьшим огонь, тушим до готовности мяса. 2. Затем добавим промытую сырую крупу, обжарим ее, пока не появится специфический ореховый запах, постоянно помешивайте, чтобы ничего не пригорело. 3. Заливаем теперь кипятком, и пусть на маленьком огне томится под крышкой до готовности каши. 4. Вуаля! Вот такая получается красота, приятного аппетита! Вкусняшки, подписавшимся! Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного! А теперь ингредиенты. Гречка, 200 грамм. Свинина, 300 грамм. Лук, 1 штука. Морковь, 1 штука. Помидор, 2 штуки. Вода, 2 стакана. Чеснок, 1 зубчик. Количество порций, 3-4. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Удачи, друзья, заходите!